я тоже начал запись. Вот, вот мои сотрудницы, так назовем уже смело, Марина и Ирина. Значит, так, мы делаем в трех ракурсах. У меня фотоаппарат, который с видеокамерой будет висеть на животе. Что увидите, то увидите, не удивляйтесь. Но сейчас важнейший момент. Мы садим персики в Сибири. Вот. Я начинаю как. Рамки мы только сейчас сделали. Кому надо, тот уже видел, как я их делаю. Когда-то и два года назад я делал подобный фильм. Итак, поехали. Определили мы это место. Почему? Вот. Там запад, оттуда все ветра. Нам повезло, соседский дом закрывает две теплицы. Теплица светлая. Когда будет солнце, тогда здесь они будут играть роль частично. Они полупрозрачные. Отражение света, солнца. И здесь будет микроклимат, здесь будет теплее, чем, например, вот тут вот, уже метрах 20. На несколько градусов это точно. Причем даже в пасмурную погоду. Вспоминайте, вы сидите за рулем автомобиля, вы шофер, и вы шофер. Любитель. Вот. И вы знаете, даже в пасмурную погоду автомобили всегда теплее, чем снаружи. Мы имеем не теплицу, но мы имеем, ну как ее назвать-то, полутеплицу, четверть теплицу. Мы имеем несколько градусов. Здесь перед нами место, предназначенное для самых нежных культур. Да, персик это нежная культура, да, наглость, но несколько факторов. Многие пришли к выводу, что что-то расти не может, только по той причине, что они не знают, ни как принимают почвы. Подчеркиваю, я не говорю про плодородие общепринятом смысле. У меня свои термины, свои понятия. Как принимает почва данное растение? Мы ему можем помочь только чем? Кислотность, pH начинается, да? Значит, супесь, чернозем. Или как в летнике сплошной гравий, это мы опускаем. Дело в том, что самый важный момент, это нет ли здесь гепатогенной зоны. Про них будет разговор отдельный, будут отдельные фильмы. Надеюсь, вы будете участвовать, я не зря сотрудницей вас назвал. Итак, поехали. Значит, вы немножко отходите, у вас в обоих биополе в диаметре 4-5 метров, вот. Это значит, что вы можете помешать и испортить мне съемку. Или как ее назвать-то. Ну все, я отхожу подальше. И вот. Вон они, саженцы. Людям показали вот эти вот саженцы. Все, я пошел. Вот здесь вы стояли, рамки крутились, да? Видите, чистое место. Чистая, чистая. Кажется, нам повезло. Давайте так. Я надеюсь, вы меня слышите, мой голос. Вы далеко стоите. Просто, чтобы была объективная картина. Я похожу теперь. Тут можно садить. Еще раз. Так. Можно. А я теперь для полноты картины, увидите, найду сейчас. Потому что они везде, эти места. Сейчас увидите сами. Так. Видели? Не растет? Ну, значит, я не ошибся. Ну, еще ради интереса. Мне нравится ходить в погибающем саду. Хоть слово нравится не совсем подходящее. Вот. Видели? Все, пока это самое. Не будем испытывать терпение наших зрителей. Вот. Мы начинаем посадку. Это уже откладываем. Так. Вот. Теперь, например, если бы я мог пристроить свой фотоаппарат, дальше бы я все делал сам. А, сможете двумя работать? Давайте. Итак, приготовлена тележка. Посадка по железову на холмы. Вот. У вас здесь малоснежье, как я этот район знаю. Да. Здесь не бывает ни метровых, ни даже полметровых снегов. Так? Вот. Но все-таки отдельные годы сразу случаются. Посадку ямы мы, естественно, как положено, по железову встречаем. Примерно вот здесь мы определили, будет один саженец. Да, садим один. Вот.
для этого нам достаточно вот столько вот земли. Это для малоснежных районов. Сейчас я за лопатой скажу. Да, есть, сейчас, подожди, секунду. Я поставила на пол.